Друзья, всем привет! И мы продолжаем обзор обновленного нашего салона. И сегодня мы вам покажем самые популярные дизайны напольных покрытий, используемые в современных интерьерах. И одно из самых популярных напольных покрытий среди дизайнеров на сегодняшний день – это французская елка. Данное напольное покрытие мы разместили у нас в салоне в виде ковра. Представили его в максимально подобранной сортировке и в самом популярном сером оттенке. Немного полезной информации о том, как мы его укладывали. Данное напольное покрытие уложено обязательно через фанеру. Фанера была приклеена на двухкомпонентный клей фирмы Vakol. А также второй слой приклейки паркета мы делали на однокомпонентный силановый клей также фирмы Vakol. Немного подробнее о данном виде напольного покрытия. В данном случае доска бывает более широкого формата, среднего формата, более мелкого формата. Также сортировку древесины вы можете выбрать премиальную, как выполнено на полу, среднюю классическую, а также еще и сучками. Конструкция данного напольного покрытия может быть из инженерной двухслойной доски или трехслойной, или же из массивной доски. Реализованный проект недавно мы делали, вот прикреплю ссылку. Еще один из фрагментов напольного покрытия – это его идеальное соединение. Идеальное соединение мы представили здесь, в нашем салоне. Это классическая пробка, шлифованная. Мы специально ее комбинировали с разным видом напольных покрытий, чтобы вы могли видеть воочию, как это выглядит. Или же пробковый компенсатор уже готовый и покрытый в заводских условиях, мы также здесь смонтировали. Это все тоже можно увидеть при разных видах напольного покрытия. Что касается выбора цветовых решений напольного покрытия, также нужно обращать внимание на светлые или средние или темные оттенки. Если это светлые оттенки, мы всегда подбираем, стараемся сделать более подобранную древесину. Если это средние оттенки или темные, здесь можно уже использовать более низкую сортировку древесины, и тогда паркет заиграет своими красками. Хочу обратить внимание на то, что французская елка бывает нескольких вариантов и не ограничивается только одним углом запила паркета. В данном случае доска представлена углом под 45 градусов. Есть варианты доски, которые можно изготовить под углом 60 градусов, как на этом образце. Но еще более интересные дизайнерские идеи представлены вот на этих двух образцах. Здесь доска сделана с фальшфаской, имитация разноширинной доски. На втором образце мы сделали также большой формат доски с разной ширины и тоже с фальшфаской глубокого размера и выделено ее в виде состаренного такого паркета. Все это может быть в разных цветовых решениях, и это все можно увидеть у нас в салоне, не только в маленьких образцах, а уже в идеях для вашего интерьера. А теперь я хочу вам продемонстрировать еще один образец укладки французской елки. Это один из любимых моих дизайнов на сегодняшний момент. Это укладка Сальвадор. Ну что, пойдем покажу я вам это красивое поле. Ну как оцените вот этот вариант укладки? Это французская елка небольшого размера, с запилом 60 градусов и собрано вот такое красивое плетение в виде косички. Мы его назвали в нашей коллекции Сальвадор. Здесь она представлена в размере 150 мм и в размере 120 мм. Серый дизайн с брашировкой в сортировке премиум. Серый дизайн популярный в гладкой поверхности и покрытие лак. Также эти все варианты могут быть в различных градациях и с разными покрытиями под любой интерьер. Друзья, в следующем ролике мы вам покажем варианты красивого модульного паркета, представленного в наших салонах, его разновидностях, покрытие, обработку, разные породы деревьев. А также покажем вам красивый ролик вот этого вот модульного паркета реализованного. Он у нас уже на YouTube-канале. И обязательно подписывайтесь, не пропустите, ставьте лайки, пишите комментарии, я буду отвечать на все ваши вопросы.